На здоровье. Это транс целительный, оздоравливающий. В нем слова оздоравливающие, слова, помогающие вам стать здоровым или более здоровым. Ну, в общем, чувствовать себя здоровым. А значит, энергию чувствовать, значит, быть в тонусе, значит, быть в настроении. Ничто в теле не беспокоит, все удовлетворяет, все устраивает. Поэтому процессы устраивают. Если сон, то хороший, спокойный, крепкий. Если бодрость или бодрствующее состояние дневное, то тоже все нравится. Тело нравится, настроение нравится. Ну, говорят, с чего правильно начинать такие сеансы? Правильнее начинать с того, что человек должен, слушая хорошие слова ему на здоровье, выздоравливание, оздоровление, целительство, должен как бы сам говорить: я просто слушаю это как подмогу для себя, а вообще-то умею и хочу сам, сам нацеливаюсь на то, чтобы стать здоровым, хорошо себя чувствовать. Сам знаю, что во мне должно быть устраивающе меня, чему должен радоваться, быть удовлетворенным. Ну, чему в здоровье? Кому-то, может быть, чтобы состояние дыхательной системы было лучше, здоровее, и это позволит и засыпать сразу, спать всю ночь сразу, хорошо, приятно и комфортно, и нормально. Хорошо днем себя ощущать. Дыхательная система – это бронхи, легкие, нос, все здоровое. Кто-то, может быть, хочет, чтобы у него были здоровее руки, ноги, то есть чтобы они были более подвижными, более сильными и более подвижными в суставах, то есть чтобы они могли больше двигательности давать, а значит, удовлетворять в том, что хочется, ну, например, сделать. Кому-то, может быть, хочется, чтобы нервная система была более спокойной. И это тоже как-то станет отражаться на чем-то в теле. Может быть, когда руки более спокойны, когда движения более уверены, более цепкие, более четкие, когда сила есть в том, чтобы что-то держать хорошо, когда ловкость есть в движениях. Кому-то спокойная нервная система – это значит уравновешенность в общении с людьми. Это когда очень приятное состояние приятия людей, жизни, радости и даже своего здоровья, и даже надежд своих на то, что умею сделать свое здоровье лучше. Имею настрой, умею делать, а сейчас еще и слова, которые слышу, помогают мне в том, чтобы стал еще здоровее. Здоровье. Сейчас, пока я говорю эти слова о здоровье, вы уже нацелились на то, что же вы хотите в себе оздоровить. Что, чему станете радоваться после того, как этот процесс оздоровления произойдет? Чему станете радоваться, то есть что получилось? Что, за что похвалите себя, за что похвалите меня? За какие улучшения, за какие радости в здоровье похвалите? Себя, меня, свое подсознание, мое подсознание, которое сейчас произносит эти слова или диктует моему голосу эти слова об оздоровлении. Итак, здоровье. Ну, вы, наверное, думаете о том, что для того, чтобы стать сейчас здоровее или здоровее, нужно обязательно говорить именно про здоровье. А я вам скажу так, что вообще подсознание сейчас само находит способы
Оно само – это его задача найти способы, как стать здоровым. А может быть, это просто способ очень простой. Способ как бы приказа или способ просьбы. Оздоровись или оздорови мое тело, мое любимое подсознание. Сделай так, чтобы стал всем доволен. А доволен, когда буду доволен? Когда живу себе не кашляю. Хорошо сплю, хорошо время провожу. Когда тело мое меня устраивает. Когда устраивает сила в руках-ногах, когда ловкость устраивает, настроение, когда самоощущение, чувствую, что я здоров. Подсознание – это его задача сейчас, мы же его об этом попросили, просто сделать здоровее. Но мы в это время, пока подсознание находит и как бы осуществляет это, мы можем сейчас поговорить. И поговорить о чем? Я вам скажу. И вы даже и не удивляйтесь. Вы здоровью своему можете удивиться, как оздоровились. А словам моим можете и не удивляться. Они будут о радостях. Но я скажу, о каких радостях. Ну, например, я сегодня поговорила с внучкой. Она мне откликнулась. Но прямо точь-в-точь на то, что я хотела от нее услышать, так она мне и ответила. И такая улыбка, такая радость в ее глазах, в ее лице и, конечно, в моих тоже. Взаимная радость. Это меня обрадовало. Это то, что обрадовало меня сегодня. Но скажу еще, что обрадовало. Очень хотела поставить ролик в YouTube, чтобы люди видели видео, на которых апельсинчики такие красивые, и даже апельсиновая веточка листочков. И я надписи пишу о том, что выздоровевший человек, он знает, чему он будет радоваться еще. Тому, как он с друзьями или с родными чай пьет, тому, какие он фильмы смотрит, тому, как он родных в гости привечает, о том, как он радоваться будет, выздоровев, тому, сколько силы в нем появилось, из-за того, чтобы еще что-то делать, и делать еще лучше, в еще лучшем настроении. Вот об этом у меня было видео. И я не знала, как же его поставить. И тут вдруг мне человек один что-то пишет, а я ему говорю: ты можешь помочь, умеешь? Он говорит: умею, давай помогу. И сделали буквально за 5 минут. И я радостная и довольная. Вот такая радость сегодня произошла. Как-то так быстро все сразу получилось. Поэтому я очень радостная и довольная. Сейчас вы можете почувствовать, прямо сейчас, как вы начинаете входить в какое-то особое состояние ума. Это состояние, когда включилось в работу, а оно уже работает, ваше подсознание. И оно сейчас находит способы или ресурсы вашего здоровья. Ресурсы – это может быть и воспоминания, а может быть и воображение. Но вспомнится, конечно же, сейчас то, как что-то делали очень хорошо, будучи здоровым, ловко, хорошо, в хорошем настроении. А можете вообразить, как что-то сделаете в ближайшее время, чувствуя себя совершенно здоровым и удивившись даже тому, какие оздоровительные процессы произошли, радующие и даже немного удивляющие, но очень здорово и рад здоровью. Подсознание знает, какие ресурсы оно сейчас просто задействует и активирует. Может быть, просто ресурс здоровья. А каждый знает, что такое здоровье и как это чувствовать, двигаться, ощущать себя внутри, в каком настроении, в каких движениях, когда здоров. И пока вы все это слушали, подсознание уже работало. А может быть, помогали ангелы, а может быть, помогали архангелы. Может быть, архангел Михаил слушал сейчас все это. Может быть, Божья Матерь сейчас из своей любви к вам, из-за того, что вы так хотите приносить пользу миру своим излучением хорошего настроения от своего здоровья. И она откликнулась на это и стала помогать.
а может быть, уже помогла, даже очень хорошо. А может быть, это помощником является Иисус Христос. А может быть, Николай чудотворец Пресвятой. Ведь он же тоже являл миру чудеса исцеления людей. Что-то сейчас уже помогает. Но главное, что помогает, это то, что вы настроены на то, чтобы помочь своему телу, своему здоровью, своему комфорту жить, жить хорошо, радостно и в хорошем настроении от того, что выздоровел, здоров. Помогайте себе сами, конечно, даже тем, что привлекли на помощь тех, кто может вам тоже помочь. Здоровья, хорошего настроения, всех процессов наилучших. Если сон хороший, если дневное бодрствование в движении, в настроениях, то с силами, с настроением, в здоровье. Если общение, то радостное и приятное. Если разговоры о здоровье, то только делиться радостями исцеления. Удачи!